Дезинфекция рук, социальная дистанция и маска обязательно. Таковы условия посещения любого общественного места. Однако киноманов это не слишком пугает. Говорят, слишком долгой была разлука с большим экраном. Конечно, долго ждали этого, потому что дома сидеть и еще плюс ко всему никуда не сходить, все закрыто. Это очень тяжело. Ну, в общем, мы рады очень этому. Будем ходить. Билеты в кино уже в продаже, кинозал работает, а вот Каннский драмтеатр только готовится к встрече с любителями сценического искусства. Совсем скоро зал театра вновь наполнится долгожданными зрителями, правда, лишь наполовину. Поэтому занимать свободные места, которые вы обнаружите рядом со своим, не стоит, так как они выделены специально для того, чтобы соблюдать социальную дистанцию между людьми. Открываемся мы 26 сентября спектаклем «Тот самый день» Ярославы Полинович в постановке нашего главного режиссера Артема Павловича Галушина. Масочный режим соблюдается, обязательно приходить нужно немножко заранее, чтобы успеть обработать руки, измерить температуру бесконтактно, это да, вот эти общие правила сохраняются. Бронь откроется завтра, 3 сентября. Приобретение билетов онлайн предпочтительнее, отмечают в театре. А в октябре зрителей ждет целый парад премьер. Сейчас идут репетиции сразу 4 спектаклей. Вслед за летними террасами открылись кафе и рестораны, что сейчас весьма кстати, ведь погода дождливая и прохладная. Провести комфортно досуг хочет каждый. Возвращение к нормальному ритму жизни очень радует жителей Каннска. Многие признаются, после долгих дней карантина все происходящее сравнимо с глотком свежего воздуха. Безусловно, рады. На самом деле это уже время движется к зиме. И на самом деле уже как бы задумываешься, где же ты будешь зимой пить кофе, встречаться с друзьями на улице. Ну, как бы вот хорошо, что открылись. Сейчас и в кино можно сходить, и кофе попить. Времена настали хорошие. А еще с 28 августа нам разрешено посещать все торговые организации, заведения общественного питания, а также образовательные и развлекательные учреждения. Кроме того, переход на третий этап снятия ограничений позволил начать работу большинству форм бизнеса, в том числе предприятиям сферы торговли и услуг без ограничения по площади и числу посетителей. Денис Шабуров, Вячеслав Морозов, телекомпания «Каннск», 5 канал.